Че, народ, будем делать моранга Малефисенты. Есть у меня проволока. Попробую показать процесс. Здесь у меня всякая изолента. Сейчас там я насмотрела, как бы я уже делала, но я насмотрелась еще всяких роликов, как их делать. Думаю, шапочкой их сделать, вот этой чук-чук, или без нее. И, допустим, может, шапочкой отдельно сделаю. Так как у меня нет фольги, вот, надо будет сейчас придумать, как сделать их без фольги. С фольгой легче всего. Ну ладно, что-нибудь придумаем сейчас. Итак, приступим. Сейчас буду делать форму сначала. Найду голову свою, которая там просто стоит без дела. Сейчас мы ее будем эксплуатировать. Вот она, моя голова. Помощница. Сейчас будем делать... Короче, вот такую штуку я сделала, сформировала из проволоки. Сейчас я ее попробую обмотать скотчем таким бумажным сначала, чтобы потом было сделать форму самой Малефисенты. А пока я сделаю немножко, соберу вместе. А там глянем еще и как. Вот, короче, основа вроде бы такая. И сейчас будем дальше. Я не думаю, на что это посадить. Сейчас посмотрим. Короче, вот так получилась форма пока. Сейчас будем делать объем. Сейчас посмотрим дальше. Объема я вот сделала такие штучки, конусы из бумаги. Сейчас буду их одевать на рога. Те, которые побольше. Сейчас я их так вот проверну. Вот. Сейчас я их обмотаю, доделаю форму внутрь, чтобы она была более, чтобы не было пусто. Я вставила немножко синтепона. Дальше сейчас еще сделаю. Ну так, чтобы более устойчиво было, я еще добавила туалетной бумаги штуку. Вот таким образом. Так, ну вот. Рога тоже так же этим скотчем обклеила бумажным. Дальше я сделала еще основание вместо обруча, так как обруча у меня тоже нет, я сделала из проволочки. Закрепила это на своей голове, что это маленькое. Ну и в принципе основа готова. Осталось только сейчас это все уделать черным. Сейчас я подумаю, чем. У меня скотч есть этот такой черный. Но я думаю, сначала мне еще надо будет еще что-нибудь добавлю, чтобы немножко сделать объем. А потом уже все остальное. Для начала я обклею наши рога вот этим. Тканью, а потом уже добавлю скотч, пока, чтобы сделать его более гладким и объемным, а потом уже скотчем доделаю форму. Думаю, будет нормально. Так, ну вот, это я сделала сначала основу тканью, и сейчас буду делать скотчем уже финишные. Финиши, так сказать. Я знаю. Ну вот, та-та-ти-да, та-да-да. И готовые рога. У-ху, вот и рога готовые. Ну, как-то так, да. Ай, куда я? Тарам-пам-пам. Ну, чё так? Мига-мига. Готово-готово. Малефисенточка. Тан-таран-тан-таран. Если бы у меня была минута, я бы...